Пробел нажал. Кто это? Кто это? Так, в школу, да, ходил? Молодец. Газинский. На Газика, если честно, похож. Я думаю, Газик. Газик. Не знаю, честно. Газинский? Ну да, правильно. Газика знаю я. Так, дальше, да, пробел? 100%, мне кажется, Газик. Лицо прям Газинского. Послушно такое видео было. Ну, это, мне кажется, Миранчук. Это Миранчук какой-то из... Ну, по глазам прям видно. Почему-то я так думаю. А, я думал, это... Ну, это Миранчук. Ну, пусть будет Миранчук. Но хотя нет, подожди, ну, это что-то какой-то черненький чуть-чуть. Ладно, Миранчук. Это Леша Миранчук, я знаю, 100%. Ну, давай Леха пусть будет, да? Ты уже здесь. Помню эту фотографию. Причем знаю, что это именно Леша, потому что в детстве у нас было очень тяжело различить, даже я путался, или Антон. Но это я помню, что я. Так. Ну, что-то знакомое. Мне почему-то кажется, Леха Ионов. Леха Ионов. Это Ионов, мне кажется. Ну, я, наверное, понял. Это Леша, наверное, Ионов. Пусть будет Ионов. Ты вот брось глаза, что ли, что-то вот бросилось прям сразу. Да, так щеки какие-то похожие были. Ну, как-то черты лица похожи. Да, я прав. Леха, конечно. Ну, мне кажется, это... Так... Гетри одного клуба, футболка другого клуба. А так улыбается. Зоба, да? Так, ну, взрослый же, что-то не могу понять. Я вообще даже что-то не могу понять. Мне кажется, Зоба, да. Такая улыбка у нее такая же. Да, Зоба. Зоба, получается. Зоба, может быть. Ромка, забни тогда. Так, дальше. Это что такое? Тут уже сложнее. Это точно игрок сборной? Ну и рожа. Вот это очень тяжело. У кого такая у нас улыбка? Как узнаю? Подожди, ну что за... Нет, я после Ерохина, что он рыжий был в детстве, я уже вообще всех рыжих боюсь, я тебе честно могу сказать. У меня вот обои, говорю, шторы такие же дома были. Не знаю я, кто это. Может, Сафонов? Подожди. Новосельцев? Подожди. Евгеньев? Не, больше вот так вот, если смотреть. Мне даже почему-то тяжело сказать, честное слово, кто это даже. У меня вообще нет, никого нет в уме. Пусть будет Евгеньев. Ну, наверное, Сафонов. Сафонов. Не, я даже рядом не был. Как вернуть? Он еще рыжий был, но ничего, издевается. Никакая не рыжая в детстве. Костюм классный, конечно, надо признать. Да ладно, да? Не сказал бы, блин, что это вообще тяжело было. 100% кто-то будет так вот прям смотреть, скажет сразу же. Я почему-то тяжело мне. Может, Джанай. Это понятно. Это Георгий Джики. Фу. Сейчас увидел взгляд этот Джика. Джика? Что тут не угадывать-то? Ну, и бороды, да, нет, и уши какие-то у него еще другие уши. Ах ты, Георгий. Кстати, да, очень трудно. Я вот еще думал, потом думаю, черты лица Джика, что ли, да, без... Ты кто вообще? Это... Это мой кумир уже определенно. Соболь, может? Очень похоже, не могу понять, кто. Что за ноги у него здоровые были? Не Рифатик это? Ну, мне кажется, это Рифат Джамалетдинов. Сколько он здесь весит? 60? Давай, Рифат, я думаю, Рифат. Да. Такое, на массе-то двигался. Рифатик, ну ты хомяк, конечно, просто вот с такими щеками. Ты вот с Хрюшей в обнимушку сидишь, я даже не могу понять, где Хрюша, а где ты. Собрал всех, молодец. Не, вот этот счастливый ребенок был. Видно, ни одна порция мороженого не прошла мимо этого. Рифатик, конечно, да, у тебя, конечно, было мощнейшее. Это кто? Здесь может быть и Джанай. Может, Ризван Мирзов, не? Да что ж вы делаете со мной? Апа. Сильно маленький.
пусть Джанаев будет. Это Миранчук, что ли, второй? Сос? Серьезно? Это он скинул вам эту фотографию? Ну, это Джанаев сос, мне кажется. Мы где-то в гугле нашли там ребенка, это Джанаев. Сейчас у него уточню, подождите. Ну, далеко, поближе, не мог телефон сделать чуть-чуть? Не, ну просто мне вот вопросы. Нельзя с вертолета фотографии не ставить? Фотка далеко. Подожди, это что-то знакомое. Так, если не этот. Ну только не говори мне, что это Андрей Лунев. Я ставлю, что это Андрюша Лунев. Короче, или Семенов, или Фомин, я думаю. Соболь, нет? Не знаю, я думаю, может, Фома. Правильно. Семенов. Давайте посмотрим. Не, Фома. Откуда у него итальянская форма? Или кто это там? Что это вообще? Ну, это Мага ее. Он, видно, уже что-то нажарил, напарил. Мага, сразу видно. Мига. Это видно сразу, нос его. Это Мага 100%. Это, наверное, Ждой тут. Курочка, Тархончик. Не, ну здесь просто, ну, возраст, наверное, такой, да, уже. Да, прическа супер. Да что ж такое? Это что с прической? А что с прической? Так я уже, что за горшок? Это что-то нестандартное у нас. Какой-то бейджик там у него. Марио Фернандес. Ну вот там что-то такое бразильское, карнавал какой-то. Только он на лошади почему-то. Ну пусть будет Марио, да, потому что... Глаза прям такие кого-то напоминают. Да, пусть будет Марио. Не знаю, но я уже боюсь. Я рыжих боюсь. Пусть это будет Семенов. Марио, я скажу, да. С возрастом ты лучше стал. Не знаю, либо, я думаю, либо Кузя, либо голова. Ну пусть голова будет. А, это Фернандес. А вот там сзади присмотреться стоят бразильянки какие-то. Так, сейчас пройдусь по всем линиям. Кто у нас где? Мостовой. Блин, походу туплю нормально, но что-то не могу понять. Может, Сэм? Заба, пусть будет Заба. А это что за грустный парень? Губы. Неужели Кудряш был в детстве с такими губищами? Ну пусть Федя будет. Ну пусть Семенов. А, пухлые губы. Кудряш. Это Федя был в детстве? Да, ребят, некоторые фотографии могли бы не присылать свои. Федька! Точно. Извини, Кудряш, короче. Угу. Я уже боюсь вот этих светленьких. Ну пусть будет Смольников. Ну, мне кажется, Соболь, да. Ну это я. Соболев? Соболь. Верните. А что с ним случилось-то? Он такой маленький. Ты взгляд его понял. А что с ним случилось? Такой милый мальчик. Что дальше? Что пошло не так-то, Саша? Скулы какие-то. На кого-то напоминают. Блин, ну когда вот сразу не бросается, блин, уже потом тяжеловато. Здесь кто у нас? Это Дюба, 100%. Артем. Артем Дюба. Пусть Саламыч будет, не знаю. Ну это я, понятно. Вот пацанчик, вот он серьезный, авторитетный, он с игрушечками. Вот мобильный телефон уже был. Прям как будто недавно смотрел на него. Он здесь есть на сборе? Кутеп? Не? То, что сейчас смотрит, такой же взгляд. Ну или Кутеп? Или нет, Муха, не? Или Головин. Если честно, я на Кутепа тоже похож. Вот я не знаю, у них лица похожи. Что-то не сказал рожи. Муха, пусть будет Муха. Пусть будет Кутеп. Прилуч, я думаю. И на Саню похож, реально, да. И на Кутепа похож, и на Муху похож. Честное слово, ну на Саню, да. Даже про Саню забыл вообще. Думал, футбики. Про Саню забыл. Саня не футбик. Извини, Саня. Ну, нападающих на Артема назвал, Соболя назвал, Фома был, Марио был, я был. Здесь у нас вратари. А, и голова. По улыбке понял. Голова. А, голова, что ли? Он здесь больше, чем в жизни. Ну, вот Головин. Он здесь больше, чем сейчас. Как такое бывает? Слева голова.
Я просто понял, но я даже не думал о нем. Ну, да, здоровый парень стоит здесь, голова сейчас меньше, чем здесь на фото. Здесь сколько лет ему? Год назад было это? Глаза, я бы сказал, что Кузяев. Ну, это Долер Кузяев. Это Долерчик, по-моему. Долерчик, нет? Ну, это глаза, да, 100%. Такой еще это... Очень похоже. Я думаю, Кузяй, да. Здесь ему, он 93-й Долер, да? 4 годика здесь ему? Очень похожий на кого-то. Так, вот здесь как будто сразу же мне показалось, но... Опа! Ну, наверное, мостовой, пусть мостовой будет. Мост. Ну, Андрей мостовой, ну и пачечка. Мостовой. Ну тут вообще, ну ты бы еще вот только, знаешь, только в роддом, из роддома вот так вот вытащил бы вот это. На сборе нет, но топ. Кто, Месси, что ли? Дзагу, да, я думаю, Дзагу. Не знаю. Кажется, где-то я эту фотку видел уже. Я не знаю. Да не на кого, ну такой маленький, на кого он похож? Самедов не может быть? Пусть будет Жирков. Блин, точно. Он похож, да, глаза. Отвечаю. Клянусь, верите, нет? Я первым делом в уме хотел сказать, это Месси, что ли? А вот, ей-богу, хотел сказать. Ну, пусть Зага тоже примерно на уровне.